Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Нельзя отрицать, что каждый знак зодиака имеет свой собственный набор характеристик. Но знаете ли вы, что у каждого есть свой собственный цвет силы? Сильные цвета могут помочь выявить лучшее в любом знаке зодиака. Они могут связать их с природными силами и помочь им оставаться верными себе. И в этом ролике мы рассмотрим, что делает каждый цвет таким важным для каждого знака зодиака. Овен. Красный. Красный – цвет силы для Овна. Он означает уверенность, смелость и амбиции. Это качества, которыми этот знак зодиака, как известно, обладает в изобилии. Красный – сильный, страстный и энергичный цвет, отражающий дух и решительность Овна. Они не из тех, кто отступают перед вызовом. На самом деле, они процветают на них. Кроме того, ярко-красный цвет может помочь выявить лучшее в любом Овне, давая им энергию и мотивацию, необходимые для решения любых задач, которые встречаются на их пути. Телец. Зеленый. Зеленый может быть не первым цветом, который приходит на ум при мысли о Тельце, но он воплощает в себе многие их черты и характеристики. Как земной знак, зеленый цвет символизирует стабильность и равновесие, которые часто ассоциируются с людьми, рожденными под этим знаком зодиака. Он также рассматривается как цвет процветания, богатства и изобилия, то, в чем тельцы, как правило, и преуспевают. А кроме того, зеленый – идеальный оттенок для тех, кто хочет быть приземленным, но при этом оставаться амбициозным и целеустремленным. И неудивительно, почему этот мощный цвет так тесно связан со знаком Телец. Близнецы. Желтый. Желтый – цвет силы для близнецов. Это цвет радости, оптимизма и общения. Это яркий и жизнерадостный цвет, который излучает энергию и позитив, как и близнецы. Они болтливые, социальные существа, которые любят оставаться на связи со своими друзьями и семьей. Желтый символизирует их общительный характер, а также их способность создавать содержательные разговоры с людьми из всех слоев общества. Если вы ищете цвет, который олицетворяет дух и силу близнецов, обратите внимание на желтый. Рак. Серебро. Это нежный, успокаивающий оттенок, который отражает многие качества, связанные с этим знаком зодиака. Серебро символизирует чувствительность, интуицию и силу, качества, которыми раки и обладают. Они известны своей сильной интуицией и способностью ощущать любую негативную энергию в своем окружении. Независимо от того, носите ли вы серебряные украшения или украшаете свой дом серебряными акцентами, этот цвет всегда будет напоминать вам о силе и могуществе знака Рак. Лев. Золото. Золотой – цвет власти для львов. Это царственный и величественный оттенок, излучающий роскошь, уверенность и амбиции. Все эти качества характерны для людей, рожденных под этим знаком зодиака. Кроме того, золото представляет собой богатство и процветание, к чему и стремится большинство львов. Они прирожденные лидеры, поэтому для них имеет смысл ассоциироваться с этим цветом силы. Так что если вы лев, не бойтесь принять свой цвет силы и покажите свой огненный дух. Дева. Коричневый. Коричневый – цвет силы девы, потому что он символизирует естественную красоту, основательность и надежность. Коричневый обладает успокаивающим качеством, которые девы ценят и находят возрождающим. Их практичность и любовь к стабильности идеально гармонируют с твердым, укоренившимся качеством коричневого цвета. Кроме того, коричневый цвет связан с энергией Земли, которая дополняет практичный характер этого знака. Коричневый цвет обязательно выявит лучшее в любой деве. Весы. Розовый. Розовый – цвет любви. Так что может быть лучше для весов, самого любвеобильного знака зодиака, чем розовый? Весы известны своим дипломатичным и дружелюбным характером. Они умеют находить баланс в любой ситуации. В конце концов, их символ – весы,
А розовый – это оттенок, который воплощает потребность весов в равновесии и справедливости. Весы всегда стремятся распространять любовь и мир в своей жизни, поэтому для них имеет смысл ассоциироваться с розовым цветом. Направление энергии этого мощного цвета выявит лучшее в любом представителе знака Весы. Скорпион. Черный. Это темный оттенок, излучающий силу и интенсивность, качества которые идеально отражают страстную натуру этого знака зодиака. Как самый загадочный знак, скорпионы очень закрытые личности, которые предпочитают скрывать свои мысли и эмоции от посторонних. Они не впускают людей легко, поэтому имеет смысл ассоциировать их с цветом, который символизирует конфиденциальность и уединение. Так что если вы скорпион, мы надеемся увидеть вас во всем черном. Это поможет раскрыть в вас все самое лучшее. Стрелец. Фиолетовый. Фиолетовый часто считают цветом силы стрельца из-за его сильной связи с творчеством и свободой. Эти свободные духом и открытые люди всегда ищут новых приключений и впечатлений. Эмоционально фиолетовый символизирует воображение, открытость и мудрость. Люди, рожденные под этим знаком, как правило, независимы и любят исследовать различные идеи и точки зрения. Поэтому фиолетовый цвет можно рассматривать как подходящее представление. Этот оттенок также символизирует королевскую власть, то, что идеально отражает экспансивное мировоззрение стрельца и его непревзойденный оптимизм. Козерог. Серый. Серый – цвет силы козерогов. Этот знак зодиака часто считается амбициозным и трудолюбивым, что прекрасно отражает ассоциации серого цвета с изысканностью и структурой. Козероги – эффективные и практичные люди, которые стремятся к успеху и серьезно относятся к ответственности. Серый воплощает их потребность в структуре, организации и стабильности в жизни. Он также символизирует надежность, которые козероги, как известно, обладают в изобилии. Так что если вы козерог, не бойтесь добавить в свой дом немного серого. Водолей. Синий. Синий прекрасно воплощает качества, которыми известны водолеи – интеллект, общение и свобода. Водолеи ценят свою независимость и выражают себя через собственные слова, идеи и действия. Будучи самым умным знаком зодиака, водолеи имеют естественную тягу к знаниям и всегда ищут новые способы познания мира. Синий символизирует их потребность в интеллектуальной стимуляции, а также их творческий и новаторский подход к жизни. Итак, если вы водолей, не бойтесь брать синий цвет. Говорят, что это пробуждает в вас лучшее. Рыбы. Светло-зеленый. Знак зодиака Рыбы известен своим нежным, заботливым и чувствительным характером, что и делает светло-зеленый цвет идеальным отражением их личности. Этот оттенок символизирует мир, безмятежность и исцеление – все качества, которые естественным образом присущи Рыбам. Он также означает рост и обновление – две концепции, которые очень важны для этого знака. Рыбы всегда ищут способ развиваться и расти – как умственно, так и духовно. Этот оттенок может побудить рыб выразить свои уникальные идеи и уверенно исследовать новые пути. Независимо от вашего знака зодиака, ваш цвет силы является неотъемлемой частью того, кто вы есть. Это может помочь вам оставаться на связи с положительными качествами, которые делают вас уникальными и побуждают вас сиять лучше всего. Так что не бойтесь раскачивать свои сильные цвета. Они обязательно проявят в вас все самое лучшее. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!